На початку сустречи международных назиральников и членов областной выборчей комиссии агульная информация. Сегодня на Гомщине працуют 26 территориальных и 1070 участковых комиссий, у составе яких крыху больше 11 тысяч человек. Задача зараз – створить для всех кандидатов ровные умовы для агитации. Только у Гомеля для этих мет вызначены 20 помешканий для сустреч с выборщиками и 10 пляцовок для организации митингов и пикетов. Плюс больше 100 мест для размещения плакатов и листовок. Тут головная умова – доступность для людей на тех же припинках громадского транспорта, например. По информации областной выборчей комиссии, зараз на территории региона больше-меньше активную агитацию проводят трое из четырех кандидатов у президенты. Наиболее активно сегодня проводят, конечно, агитационную работу доверенные лица действующего президента Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича. Встречу, пикеты проводят доверенные лица Короткевич Татьяны Николаевны, Гайдукевича Сергея Васильевича. Что тычется выборчих участков, то уже сегодня практически усеяны, готовые до початку попереднего голосования. Завершена проверка списков выборщиков, людям накированы ответные запрошения. Правда, поколь на самих участках нешматлюдно. Некто находится на своих основных працовных местах, некто на учебе. Немаловажный элемент подготовки до выборов – проведение тренингов с членами участковых выборчих комиссий. Причем, когда ранее на их в основном выучали законодательство, то зараз это больше деловые гульни с моделированием всех ситуаций, которые могут возникнуть во время голосования. Членов миссии международных наглядальников от ОБСЕ цікавить усе, каким чином можно будет трапить на участки, размещенные на территории войсковых частей, какие политические партии вылучили своих представников у состав выборчих комиссий, каким чином будет организовано голосование на потерпелых территориях, где проживают так званые самоселы, и одночасово парады на кшталт размещения списков выборщиков не только на участках, але и на сайтах территориальных комиссий. До речи, контролировать ход выборчей кампании на Гомельщине будут 4850 так званых внутренних надзиральников и несколько международных миссий. Наши наблюдатели, они у вас постоянно работают. Мы очень серьезно наблюдаем факты. И все эти факты мы будем их написать в конечном итоге после выборов. Олег Сентюров, Валерий Ябанько, телерадиокомпания «Гомель».